Всем привет! Вы на канале Кто и Ко. Меня и моей мамы. В ужастиках показываются драконов. Но и динозавров найдено очень много. Среди них самые крупные хищники на Земле. Сегодня будет два в одном. Рассмотрим топ-5 самых крупных хищных динозавров и драконов. Спинозавр Египтикус. Самый крупный спинозаврид. В восьмистве более 100 видов. Он особенен тем, что на его спине виднелся парус. В среднем длина спинозавра составляла около 8 метров. Тираннозавр Рекс. Крупный доисторический хищник до 10-12 метров в длину. Он нападал на таких крупных хищников, как Индоминус Рекс. Питался в основном паразауровыми и трицератопсами. Огромный вид дракона, золотой дракон, Эклитиа Рекс, известен своей красотой. И это один из самых безопасных драконов в мире, хоть он и самый большой. Чомгалинатор. Вымерший вид утконосых драконов. Его длина составляет 13 метров. Его основная добыча была рыба. Но он не брезговал и падаю, змеями и небольшими грызунами. Аукозавроид. 6-8-метровый дракон. А вышину он достигал 2 метров. Они, подобно волкам, охотились в стае. Только вместо волк, они вои. И завершает наш топ гигантозавр. Он был меньше и слабее спинозавра, но сильнее тираннозавра. Всем пока. Ставьте лайки под низом этого видео.